Приветствую всех подписчиков и просто зрителей моего канала. С вами Грегори, и это 8-й выпуск 2-го сезона проекта «Город в Майнкрафте». В этом выпуске я продемонстрирую вам котельную, а также перенесенную из Якумовской администрации, которую я перепрофилировал ее в Совет депутатов. Давайте начнем с котельной. Котельная это та же самая, что была в Якумовске, я в Москве перенес ее в Айсатовск. Но я решил так же, как и в прошлый раз, как я делал, можно сказать, с другим зданием, правда, с поликлиникой, так. Сказать, продемонстрировать ее, можно сказать, провести детальную экскурсию об этом здании. Вот так выглядит здание снаружи, то есть дальше у нас, это у нас такие трубы, то есть еще одна труба большая. Хотя вот знаете, у меня есть такая идея, типа вот взять эти блоки из железа и там понатыкать и сделать такой небольшой, типа, ну, типа, переход, что ли, такой из трубы. Ладно. Тут у нас дорожка, кстати, тем более, мне, сказать, кажется, что она как-то заросла, что ли. Хотя можно сделать... Так, сейчас пропишу гиф. Я не помню, как там было, но слов, что ли. Ну, короче, ясно. Просто. Короче, так вот. Ну что ж, давайте зайдем. Внутри, в принципе, тоже трубы тут у нас. То есть у нас есть дальше рычаги, которые управляются газопроводными трубами, то есть переходит тепло, то есть дальше у нас такие печки, то есть тепло уходит из этих труб и переходит в дома, то есть это звучит тепло. Именно так, в общем. Кстати, я тем более неспроста решил добавить котельную электростанцию, поскольку... Ну, это как бы нелогично, типа, откуда тогда электричество берется в Айсатовске? Вот как-то так. Идем дальше, у нас дальше, так сказать, модернизировано. Я немного увеличил площадь перед администрацией. Я пока что задаюсь вопросом, как назвать эту площадь, может, площадь Революции или Рокоссовского. Хотя изначально в Якумовске площадь именно называлась как площадь Рокоссовского, а потом переименована в площадь Ленина. На название я пока что подумаю, ну, а пока что, вот, я решил продемонстрировать. Вот так выглядит здание Совета депутатов снаружи, точнее, это была бывшая мэрия, правда. Тем более у меня на канале имеется отдельный видеоролик по этому зданию, так что... Если что, ссылка на ролик будет в описании под видео. И самое главное, вот я решил продемонстрировать, это вечный огонь. Я его решил добавить. В общем, вот так вот выглядит снаружи, вот так вот выглядит издалека. Почему издалека решил? Ну, поскольку звук огня будет мешать мне рассказыванию. Как рассказывать, поэтому вот как. В общем, вот так выглядит вечный огонь, вокруг него там цветы стоят. Ну, я посадил маг, то есть вот такой вот. И рядом надпись 1945 год. То есть этот мемориал посвящен был павшим солдатам Красной Армии. Тем более, что вечный огонь актуален и сегодня, в пятницу 3 сентября 2021 года, в тот день, когда я выложил вот этот ролик, который сейчас вы смотрите. Поскольку в этот день, в Москве, 17 лет назад, в 2004 году произошел теракт в Беслане. Именно, можно сказать, вечный огонь может носить, можно сказать, какую-никакую актуальность с тем, что тот день, когда я выложил ролик, который сейчас вы смотрите, день в борьбе с терроризмом.
В общем, такой вот получился выпуск. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, идите, пишите идеи. А с вами был Грегор и всеми любимый город Александр. Ну, не совсем, конечно, но возможно. В общем, всем удачи, всем пока.